Нам очень тяжело, пока мы не найдем пару спонсоров хороших, людей, заинтересованных в нас, пока мы не научимся сами себе зарабатывать. Но главное сейчас успеть перевести остальных собак. Приехала в благотворительную помощь. А кого? Да. А вот я просто хочу сказать, что я волонтер благотворительного приюта, благотворительного фонда «Лохматая душа». И бабушка ученицы и воспитанницы второго уровня школы Монтессори Грата. 22 декабря в школе прошла благотворительная ярмарка. И благотворительный фонд наш приют «Лохматая душа» был одним из номинантов, да, как бы из получантов, да, помощи благотворительной. Все собрали. Да. То есть небольшая, да, небольшая помощь в виде игрушек, вкусняшек, медикаментов, поводков и ошейников, да, была передана. Все доставлено. Приюту, да, все доставлено. Вот, а деньги, которые были собраны, я перевела на расчетный счет благотворительного фонда. Так что, дорогие родители, дорогие ученики школы Грата, все пришло, все в сохранности, и мы вам очень благодарны. И наши питомцы тоже благодарны. Вот тут они немножко бегают, это вот часть нашего приюта, но вы им очень многое видели, наверное, часть заходя это мало на YouTube. Сказано, я могу сейчас вкратце показать. Вот они там. Маленькие вот эти вот. Там у них игрушки. Хвостиками махает только что. Иди, иди. Иди поглажу. Иди, давай, иди поглажу. Иди, иди. Вот ты мой сладкий, вот ты мой сладкий. Детки, вот какие красивые дети. Наелись, да? Вы же наелись? Красавица. Какая хорошенькая девочка или мальчик, я не знаю. Хулиганы играют хлебом. Ну ты хороший мой, сладкий мой маленький. Ой, смотри, что делает, ей интересно. А я уже, да, заплела. Кошечка попасть хочет. Такие ласкушки все, ласкушки все. Ну, это такие сладкие. Вот они такие, наверное, ну,
пошли, ребята, мы все. Ну да, еще войдем теперь, да? Наверное. Смотри, вот, что интересно, он мог бы залезть вот туда. А вот эта тачка такая. Вот да. А там вот старичок еще сидит. Тебе понравилась кошечка рызонькая? Кошечка. Ты рызонький, да, и кошечка рызонькая. А кошка зависла. Вот она все время, ей все интересно, как там кошки поживают. Да? Ты все время интересуешься кошками. Что там кошки делают? Что там кошки делают? Ты его подними, на крышу посади. А я его уже поднимала много раз. Вот он все прыгает, прыгает, все ему интересно. К собакам попасть. Ой, к собакам говорю, кошкам. Слоненок. Слоненок. Ты слоненок, это маленькая. Вон кошки гуляют. Ты чего ругаешься? Чего ругаешься? Иди сюда, иди по глазу. Чего ты ругаешься? Толстенькая вообще. Она вообще упитанная такая. Ай, молодец. Молодец, иди сюда. Иди, зайка. Иди, молодец. Иди скорее. Иди, не бойся. Иди, иди. Иди поглажу. Иди поглажу. Иди поглажу. Не хотят? Они не хотят. Они такие хулиганы здесь. Иди сюда. Мам, присядь. Мам, присядь вот так. Они, говорят, так меньше боятся. Они думают, что это свой. Иди, 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 мой хороший. Иди быстрее, иди быстрее. Иди, мой сладкий. Ай, молодцы. Ай, молодцы. Ай, это все так с хлебом выходит. Ha ha ha!
Ну вот, братишка, сейчас идем погулять, я покажу тебе. Бля, монстр, зверь. Пойдем, сюда. Вот, налево сюда. Красавец! Молодой! Еще можно всему научить. Малыш, иди сюда. Давай я на тебя посмотрю. Снег кушаешь. Ты мой хороший, ты снег кушаешь. Ты снег кушаешь? Снег кушает. Они многие почему-то вот снег кушают. Возьмите мальчика, такой ласковый. Такое ласковое счастье. Пацан. Парень. Вот он какой, вот он какой. Вот он, ой. Как трактор.